Уже через неделю «Казагро» начнет финансирование весенне-полевых работ. В целом, с учетом бюджетного кредита и собственных средств холдинга, на эти цели направят 97 миллиардов тенге. Об этом сегодня на брифинге СЦК сообщил исполняющий обязанности председателя правления «Казагро» Даурен Махажанов. Он отметил, что кредитование сельхозтоваропроизводителей будут вести через продовольственную контрактную корпорацию, аграрную кредитную корпорацию и банки второго уровня. Кстати, активность последних выросла больше, чем в два раза. 11 банков подтвердили готовность участвовать в бюджетной программе и профинансировать почти 200 хозяйств на 92 миллиарда тенге. Сельхозтоваропроизводители, они уже имеют отношения с банками. Ну, как минимум, они там держат свои расчетные счета. У кого-то есть открытые кредитные линии, уже там заложены залоги, и им достаточно комфортнее и быстрее получить кредиты через банки. Соответственно, мы финансируем банки, а фермеры получают кредиты там. При этом я хотел бы отметить, что конечная ставка не будет превышать 8%.